В Саратовской области выберут лучшего учителя физкультуры. Речь идет о новом конкурсе, инициатором которого выступил депутат Госдумы Николай Панков, проявить себя в котором смогут региональные учителя физкультуры. Подробности в нашем следующем материале. Спиной к гимнастической стенке. Урок физкультуры от претендента на победу. Первый участник конкурса, лучший сельский учитель физкультуры, начал готовиться к демонстрации возможностей. Одним из критериев оценки преподавателей станет то, как их воспитанники сдадут нормы ГТО. Ученики Владимира Мясникова уверены, их учитель достоин победы. Ребята готовы поддержать его и максимально выложиться. Владимир Алексеевич очень хорошо тренирует нас. Подходит каждому ученику, если у него что-то не получается, он дает советы, старается проследить за каждым нашим движением. Но мы все очень любим спорт. Владимир Мясников большую часть жизни посвятил физкультуре. Он кандидат в мастера спорта по хоккею с мячом. В школе поселка Заволжский трудится уже 30 лет. За это время его ученики неоднократно становились победителями районных соревнований. Потому, когда услышал о конкурсе, решил, обязательно нужно испытать свои силы. Это, наверное, больше нужно не мне, чем вот этим вот пацанам и начинающим учителям физкультуры, которые начали работать, вот, которые только недавно проработали. Если такие вот возрастные преподаватели участвуют и будут в призах, они горы свернут. Накануне старта конкурса в спортзале школы поселка Заволжский провели ремонт. Здесь обновили штукатурку, полы, душевые комнаты и раздевалки. Так что свои достижения Владимир Мясников демонстрирует уже не в полевых условиях, а в обновленном спортзале. С инициативой проведения конкурса выступил депутат Госдумы Николай Панков. Он же приготовил для победителей главный приз. Тот, кто победит в этом конкурсе, учитель физкультуры в сельских школах, отправить их в Сочи на те спортивные объекты, в те спортивные номера, где у нас проходила Олимпиада. Вот вы посмотрите, какие прекрасные сегодня на селе работают учителя, какой оптимизм они внушают не только для родителей, но и какое идет хорошее воспитание детей. Претендентов на звание лучшего сельского учителя в регионе будет еще много. Самых талантливых определят после работы с каждым кандидатом. Опыт победителей конкурса планируют использовать при обучении во всех школах Саратовской области. Елена Петрова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.